На календаре последние дни августа, а это значит, с летом придется расстаться. До свидания, лето, дружно сказали мальчишки и девчонки с детских дворовых площадок станицы Петровской. На последний летний праздник отправилась и наша съемочная группа. Подробнее в репортаже моих коллег. Ярко и интересно проводили это лето. С утра мальчишки и девчонки с 10 дворовых площадок вместе со своими педагогами собрались в станичном парке, чтобы сказать лету «до свидания». Сегодня мы собрали всех ребят, чтобы еще раз их, чтобы попрощаться с летом, подвести итог, ну и подготовиться к следующему учебному году. Напутственные слова мальчишкам и девчонкам сказал глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко. Что хочется сказать? Перед каждой большой работой надо отдохнуть. Большая работа у вас буквально начнется через 3 дня, 1 сентября. И мы там с вами встретимся уже. Вы будете не в спортивной форме, а уже будете подготовленными, красивыми, в форме одетыми мальчиками и девочками, готовыми к новым подвигам, значит, школьным подвигам. На протяжении всего лета ребята увлеченно занимались волейболом, футболом, туризмом, играли в шашки и другие интересные игры. Детская площадка сплотила их, сделала настоящими командами. Но лето осталось позади. И на этом празднике ребята в последний раз дружно всем отрядом отправились в спортивное путешествие по подготовленным для ним станциям. Художественная, литературная, творческая, загадочная, мультяшная. На каждой из них ребят ждали маленькие приключения. Так, например, на станции «Улыбка» мальчишек и девчонок ждала ведущая, переодетая в веселую обезьянку, которая загадывала загадки, а за каждый правильный ответ угощала конфетами. Безусловно, эти каникулы для каждого ребенка стали особенными. Дети не просто активно отдыхали все лето, но и заряжались положительными эмоциями, которые будут вспоминать весь учебный год. На площадках мы весело проводили время. Ходили в библиотеку, читали, играли там в шахматы, в шашки. Мне очень понравилось. Мы ходили на качели, играли, рисовали, бегали по станциям. Мне понравились наши речевки в столовые. Мне все понравилось в лагере. Я очень буду скучать по лагерю. Очень хочу быть там всегда, не ходить ни в школу, ни во что, в лагерь. Да, в этом году я была в самом хорошем лагере «Ровесники». Мне там очень понравилось. Мы тоже бегали там по станциям. Нас там очень хорошо кормили. Мы дружили с детками, которые живут не только у нас, но и в Славянске. Нам там очень понравилось. Немного грустно было ребятам провожать лето, но они точно знают, что в следующем году 3 жарких месяца обязательно вернутся. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».